Зрителям, подписчикам, привет! Сегодня будем монтировать теплицу капля 3х6 с двумя дверями на брусе. Пока приехали, разложились. Начинаем работать. Каркас у нас стоит, закрепили к основанию. Сейчас начинаем крыть его поликом. Полик он в рулоне лежит. Сейчас размотаем, почистим. И что у нас останется? Двери и система подвязки. Это все мы посмотрим в конце. Начался у нас монтаж теплицы капля 3х6. Стоит на брусе 100x100, пропитан. Брус у нас антисептиком, закреплен к земле с помощью якорей. Так, каркас из профильной трубы 20x20, покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Есть диагональные усилители, есть система подвязки, две нитки. Есть резиновый торцевой уплотнитель на поликарбонате, который, кстати, 4 мм толщиной. И все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая классная теплица у нас получилась, на которой абсолютно не скапливается снег. Видите, снег идет, но он там не скапливается. Может, снега мало, а может, действительно не лежит на этой теплице. Ладно, это все шуточное отступление. Но снег на них действительно не лежит за счет каплевидной формы, острой крыши. Снег, если даже чуть-чуть подкопился, он тут же сползает. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока. Thank you.